1 сентября во всех российских школах принято начинать с поздравлений, праздничных линеек, встречи с одноклассниками и преподавателями. Но по новой сложившейся традиции, этот день в учебных учреждениях также знаменуется открытыми уроками, на которых вспоминают о безопасности. Сегодня во всех школах проводится всероссийский урок безопасности. В день знаний, в первый учебный школьный день, очень важно проговорить с ребятами обо всех вызовах, которые ожидают их в нашей бурно меняющейся жизни, обо всех аспектах безопасности. Специалисты различных российских ведомств рассказывают учащимся о безопасности на улице, на проезжей части и даже в школе. Уделяют внимание информационной безопасности, а также противоковидным мерам, которые нужно соблюдать в условиях пандемии, чтобы уроки проходили в привычной очной форме, а не дистанционно. Главное, чтобы дети умели не только чувствовать себя защищенными, но и быть уверенными в своих действиях. То есть, если с ними, не дай бог, что-то случается, они должны уметь произвести правильные действия, которые приведут к тому, что опасность их минует. Уроки адаптированы под разный возраст школьников, поэтому информация доступна каждому учащемуся. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.